Запись-то нажать нужно, правильно? Для людей с Ютубом. Кликну на рекомендованные стримы по станции, там какой-то шкаляр курит стримит проклятие лестницы. Я захожу иногда порофлить, потому что станцию практически никто не стримит. И по вечерам там человека три бывает. Иногда это смешно. Какая-то деваха стримила 220. Там, как говорит, как мне насолить этом, как мне насолить бармену? Я говорю этот... с головы вылетел. Как это называется? Веселый химикат. В общем, попросил химикат ему в чай подлить. Не помню, блин, что же за яд? Забыла. Джеки никогда не любили гигачатов. Соли насыпать на рану. Так, музыка не громкая, кстати. А, ого. Никмастера. Оказывается, это слово забанено на Твиче. Слово америкос. Прекрасно. Так вот. А, потом ее порвало, когда чат ей сказал, что можно кидать помидоры. Это будет весело. Ну, можно, конечно. Но есть более веселые шутки. Есть те, кто-то насолил. Так. Продать? У вас так много этих. Задешево будет. Полный ремонт. Это наша планета склад. Техника. Так. Давайте деньжатам. Подарок пятерик. Мощный энергетический модуль для накопления заряда. Взаимодействие с генератором, боевого импульса, накапливается заряд. При достижении критической силы заряд объединяется с текущим выстрелом, наносит мощнейший удар. Каждый третий выстрел энергетической пули в оружие усиливается. Хорошая штука, но мы ее не через энергетику. Новое задание есть? Так, посылку доставить я не хочу. Давайте посмотрим, что мы можем прикупить. Да? Корпуса, кстати. Давайте посмотрим. Так, сортировать. Не хочу продать склад, вы что? Сортировать. Минус сердечко. Так, двигатель прыжок, стартер. Малокское оборудование. Пленский, малокский. Дроид, стоимость. Дроид. Генератор поля. И все, да? И вот репутация, мы же задавайте вопросы. Так, вот у нас есть штука. Защитное поле и дроид, да? Активирую, то есть можем без них поискать. Корпуса. Вот без них. И чтобы хотя бы один у нас был. Да. 3-4 пушки. Я хочу малоский, я хочу красный. Красный значит быстрый, понимаете, чат? Грузоподъемность 700 минимум. Найти. 702. Возмездие неба. Сколько стоит? 15 тысяч. И все. И все. Он, конечно, красный, чат, но он не лучше нашего абсолютно. Вот в чем проблема, что малоских кораблей нормальных нет. А я хочу... Окей. Понимаете? Это малоский, но он золотой. Берем. 71 штука. Дорого-богато. Так, система Данип. Да, 880 вместимость. Что прекрасно. Так, Данип, здесь полетели, пиратская база. Да, потом косяки понайдем. А, я кое-что забыл-то, надо взять, наверное, этот. Да. Взять нужно нам... А за счет чего он там? За счет слота дрона, по-моему, да?
Как она правильно называется, эта штука? Два сделаю, три. Вот, артефактор. Он откроет нам два слота, но займет один. Лучше так-то будет. За счет чего? И замена слот нестандартного. Ну ладно, возьмем. Так, и что у нас тогда будет? А, ну и третьих артефактов ставим, да. Отлично. Надо бы, кстати, на научную базу слетать, починить артефакты. Полетели. Забыл ответить. А уже два ночи. Ну ладно. Присколду. Так. Че еще хотел? Что-то пишут. Фигню всякую пишут. Прекрасно. Думаю, говорят, что-то кроме станции рейнджеров. Сигналис пройти хочу на стриме. Так. Прекрасно. 120. Дальность прыжка, дальность захвата, масса корабля минус 5, правда, 20%. Навык торговли минус 3. Ну все, чат, мы больше не будем торговать, видимо. Но дальность прыжка плюс 5. Почему он такой дорогой, но у него всего 500 вместимости? Отлично, говорит. Прекрасно. Продаем последнее. Блин, и сразу же наркотики, которые можно продать в три дорога. Да, навык торговли у нас в ноль идет. Что поделать? Так, ставим штуку. Так, так, все замечательно. Торговля в ноль. Заправка, господи, 600 свободного места, 600. У нас всего было 600. Так, у людей, может, задание какое-нибудь есть. Повоевай бы еще с этими, на самом деле. С доминатором. Проснулась. Ну, подожди. Играюсь. Так. Так. Задание. Проводятся гонки Oldsmobile. Это такие транспортные средства без антиграва и на четырех колесах. Вы не поверите, но они двигаются под действием горячего газа высокого давления в двигателе. Эта технология отмерла еще в 22 веке. Как ни странно, гонки на этих развалюхах все еще популярны. Даже Гальцев и Янь с удовольствием за ними наблюдают. Зачем говорю? Предоставить нашу планету на чемпионате. Фу, в легкую, потруднее. 26 кусков. Поехали, куда? Ракс, Шидир. Че, чат? Лоункар, в деле? Рейнджер на пределе. Шидир. Сколько там? 40 дней. Так, с ракетой без спецкорпус. Корпуса и ракетанга довольно слабые. Площадь пушки выше тиром дефолтной пушки. Басварик. И я просто люблю. Чем я люблю ракеты, ты можешь кого-то гораздо сильнее разбомбить, потому что ты банально далеко от него находишься. На какой планете? Фракц. Ля, какой кораблик. Текстовый квест. Так, чтобы не софтлочило. Вы без труда добрались до западной окраины города, где располагал стадион. Огромное сооружение слегка удивило вас. Вы рассчитывали увидеть открытую трассу. Судя по всему, это целый гоночный комплекс. Паре сотен метров от входа вас встретил немолодой человек, представившийся Климом Егорычем. Он механик вашей команды, будет оказывать вам посильную помощь в ковке грядущей победы. Отправиться на стадион. Клим Егорыч хмыкнул и двинулся к стоянке такси. По дороге к месту проведения гонки рассказал вам о предстоящей работе. Итак, гонки проводятся на машинах с двигателем внутреннего сгорания, четырьмя колесами и ручным управлением.
Гонка состоит из трех заездов, в каждом из которых команду представляет один из пилотов. Один и тот же пилот не может откатать два заезда. А вот комплектация с маркой болида одинаковая во всех заездах. Разве что в заключительном заезде можно будет сослаться на некачественные детали и что-то привинтить. Раз достаточно простая, но изобилует сменами дорожного полотна, так что придется подсказывать пилотам, что делать по ходу гонки. Кстати, команд всего 5 по одной от каждой расы. А ваши ребята, люди, опыта у них немного, но парни весьма талантливые. Сам Михаил Шульман говорил, что у них есть все шансы. Так, лучше бы сам проехал, подумали вы, памятуя о том, как классно он водит Фонтезер. Наконец вы добрались. Клим повел вас в святая святых любой команды, в боксы, где подковывают будущих жеребцов-чемпионов. Хотя, какие к черту жеребцов, не скачки же. Боксом вел длинный темный ход под трибунами. Эти молча концентрируясь перед соревнованием. Боксы представляли собой большое помещение, правда почти пустое. На стенах висели инструменты, в углу стоял компьютер, и все. Никаких машин, покрышек и прочего необходимого хлама. Гонщиков, например. Вопросительно взглянули на Клима Егорыча. А что с машинами делать? Где пилоты? Раньше-то ты со мной не очень хотел говорить. Выкручивайся сам, умник. Похоже, ваш единственный друг здесь компьютер. Почему вам иногда кажется, что ваше альтер-эго в параллельном мире редко от него отрывается? Вы включили кремниевого товарища и некоторое время лицезрели заставку вездесущего молокософта. Вы быстренько подключились к сетке, связывающей помещение стадиона. В них были не только боксы и комментаторские кабинки, но и представительства производителей машин и запчастей. Кроме того, вы получили сообщение от правительства Сильван о том, что на счет команды приведен 1 000 000 кредитов. Как только приведете в марионеток одну машину, остальные будут укомплектованы также. То есть вам нужно распределить эти деньги только на одну покупку и тюнинг одного болида. Остальные проплатит работодатель. Эти деньги на руки давать, видимо, боятся. Что будем делать? Так, вы занялись поиском подходящей марки для вашей команды. Оказалось, можно быстро получить 3 одинаковые машины только от нескольких производителей. Посмотрев описание автомобиля, вы обнаружили несколько подходящих вариантов, снабженных подробным описанием. Зубило 999. То, что нужно молодому гонщику. Мощная и маневренная недорогая машина, отлично приспособлена к жесточайшему тюнингу. Минимум затрат, максимум удачи. Отдачи. Бета-Джульетта. Верная как Джульетта, бескомпромиссная как Гамлет. Способна развивать нечеловеческие, а также немаловские и первую нефаянскую скорости. Нужна электроконтроллером расхода топлива и 22 подушками безопасности. Стоимость дороже. Давай, клирик. Яксис. Фаренгейт. Так, стрим продолжается, да. Часик поиграем еще. Поршень Аллигатор. Снаряд на дороге. Нет равных в управляемости и ускорении. Сверхбыстрый зверь для подготовленных пилоток. Подарок наклейка всегда первый. И книга «Психотренинг для чемпиона». Прекрасно. Так, рекламные тексты не произвели на вас должного впечатления, да и как характеристика машины вы почти ничего не знаете. Действует наобум, становится привычкой после пары рейнджерских полетов. Егорыч явно ждет какого-то решения. Пора бы внести ясность. Наорать на Егорыча. Вы долго и громко отчитывали свою механику за неподготовленность гонки, неучтивость и бардак в галактике, а также разоблачили в нем доминаторского шпиона. Вы почувствовали себя лучше, чего нельзя сказать о Климе. Он явно обиделся и ушел в подсобку протирать единственный кубок команды, полученный за 12 место в первой полунастоящей лиге. Так. Еще раз наорать. Ничего не поможет. Среднюю машину возьмем. Можно взять самую дешевую и затюнить, конечно. А, средняя. Запчасти. Угу. Вы впервые увидели машины марки Бета Джульетта, они не разочаровали. Отличный внешний вид, комфортный салон. Если бы не разница в мощности в несколько тысяч раз, вы, может быть, и поменяли бы на такую машину свой звездолет. А так, просто отличные грандулеты. Все, проблемы с маркой болидов утрясли, и даже деньги на тюнинг остались. Пора браться за выхлопную трубу, в смысле, за доводку спорткаров. Так. Наорать на Егорыча. Таблица запчастей. Файлы от прежнего управляющего. Так, доступные запчасти. О, боже. Бра.
Все прочитали? Что это вообще обозначает? S это у нас что? Скорость, двигатель, скорость, динамика, U. Управление, M. Последний просвет, что такое M и N, я не знаю. Но я наору на Егорыча. Файлы от прежнего управляющего. Так. Вы быстренько нашли какие-то записи. Если пустить информацию личного характера, а сделать это придется, надо же сохранить высокоморальный облик рейнджера. Да и Егорыч смотрит. Остается вот что. Кто ж знал, даже если машина заряжена 100%, они все равно будут впаривать ненужные детали. Столько денег вложил, а довести до ума нельзя. Отхваленная сверхмощная примочка, титановая ересь для движка, полетела ко всем чертям. Причем на АБК, а со взрывом, унеся с собой дорогущую гидравлику. Для нее доминаторские поршни служили без нареканий. Придется покупать новый обвес, диски. И вправду, избыток нестандартных деталей способен испоганить машину. Опять возьму карбон и космобритву. Зато надежно, в отличие от этого долбанного автомата. Разгоняет, но недолго. Быстро бегаешь, часто приседаешь. Как всем придурочным новым маслом. От него уже толку никакого вообще. Так, вчера приказал заблокировать машины моих пилотов, чтобы они не гоняли по улицам слишком быстро. Убьются и ЖД соревнований. Всем вопросенько на проводах. Как там в поговорке? Приходишь в гонки зеленым, пока не посинеешь на тренировках, не побледнеешь от страха на трассе, не покраснеешь от напряжения. А последняя финишная черточка всегда черная. Зеленый, синий, белый, красный, черный. Ну а так, чтобы не забыть. Окей. Енота открою, и все будет плохо. Снайпер битком. Здесь сильно мешать не будет. Так. Детали двигателя. О боже. Титановая головка блока цилиндров из оболочки кварковой бомбы. Звучит неплохо. Так, приличная динамика. Точнее, вряд ли значительный просвет. Трансмиссии детали. А, рейнджеры. Те самые. Колеса, диски. Я так смотрю по ценнику, мы можем все самое лучшее купить на самом деле. Что-нибудь необычное. Кроме легальных поставщиков запчастей, вам удалось найти и не очень законопослушных. Фирма Пеленгхак готова предоставить следующие агрегаты. Мини-колония железных жупий, укрепляющий кузов машины. Робот-нанитоид, предназначен для ремонта. Квадроксеногалоневые фары, превышающие по мощности норму в 12 раз. Зеркально тонированная пленка, защищающая глаза пилота. Топливный бак рейнджерского учебного дроида, исполнимый как дополнительный источник горючего. Присадка масса Суперстарт, спасающая от всех бед. Правда, все они были предоставлены только в одном экземпляре, так что придется вешать на машину, стартующей третьей, только она по регламенту может немного отличаться от других. Подожди, то есть... А все машины будут одинаковые или мне нужно несколько этих купить? Давайте фары и пленку. Заниженные двигатели. Ой, чуть не купил.
Так, двигатели. Так. Защита от флешек, да. Просто она на все ставится, три машины, или только на одну? Давайте лучшие самые... Самый лучший движок. Прекрасно. Очень быстрый раскол. Так, трансмиссия. Тоже я могу самый лучший взять. Сделаю клоун-кар. Было бы неплохо. Так, семиступенчатый автомат. Он про автомат что-то там ругался, да? Все системы. Отлично держит дорогу. А я могу типа сверху поставить несколько, или как это работает? Колеса и диски. Кованые диски. Прекрасно. Шины. Машина в критическом состоянии? В смысле? Машина в критическом состоянии. А? Подожди. Я не только кликнул. Все, хватит. Пора бы сменить вид деятельности. Вы с умным видом встали из-за компьютера. Егорыч, проведи осмотр машины и вызывай пилотов. Я их еще в глаза не видел, а нам слаженная команда нужна. Егорыч послушно отправился проверять машину. Скоро он сообщил, что все в норме, показатели в пределах нормы для данной комплектации. Еще через полчаса появились гонщики. Вы быстро познакомились с ними и приготовились распределять их по заездам. Тут самый опытный из ваших подопечных, Святогор Курченница, известный своим родством с одним классным фонсер-райдером, заявил, что они уже распределили этапы. Мы не стали с ним спорить, тем более, что понять не имели, как кто ездит. Вскоре соседские боксы заполнились механиками и пилотами других команд. Вам удалось увидеть, как малки нашивают очередной лист брони на бампер, а пеленги прикручивают какие-то специальные фары. В боксы Фаяна Гальца вам попасть не удалось, однако туда пробрался Кочерница. Он сообщил вам, что этот раз Фаяне готовят суперуправляемые машины, а гальцы сделали упор на надежность своих аппаратов. Похоже, легкой прогулки по треку не предвидится. Когда объявили в начале гонки, вы поняли, что волнуетесь не меньше, чем во время битвы за систему. Кочерница вызвался ехать первым. Итак, все пять машин стоят на стартовой линии. Вы наблюдаете за всем происходящим на экране своего компьютера. Рядом с этой горящей пилоты. Механик сжимает в руках какую-то доску. На вашей голове новейшие наушники из кожи гобзавтора, благодаря которым вы будете поддерживать связь с гонщиком на трассе. Собственно, все вот-вот начнется. Трижды плюнуть через плечо и постучать головой об стол. Вы почувствуете себя более уверенно, хотя вряд ли действия принесут реальную пользу. Дать добро. На старт. Вы проверили связь с кочерницей и замерли в ожидании. На табло загорелись желтые круги, и пилоты запустили двигатели. Рев малской машины едва не заглушил гул стадиона, по которому проходят стартовые и финишные отрезки трассы. Средина же пролегает по специально подготовленному грунтовому участку. Только табло окрасилось зеленым, болидцы рвались с места. Пора дать кочернице указания по прохождению первого этапа, свальтовая скоростной трассы, изобилующей поворотами. Гонщик ждет указаний. Свальт. Не входи в занос. Так, что у нас есть тут по этим? Идеальный сварт. Так, есть, сэр, раздалось в наушниках, Болис Святогора ушел из зоны прямой видимости. Тебе придется вести его по приборам, телекрану и рации. Вы решили не отвлекать гонщика от дороги и просто понаблюдать за прохождением трассы. Так, ваше время 12 минут. Гальцев, ага. Грунтовая дорога. Так. Угу. Грунтовая дорога, длинный отрезок трассы. Только вперед, никаких намеков на потерю скорости. Рядом с вами нервно подергивает бороду Егорыч. Вы слегка волнуетесь, но вполне контролируете ситуацию. Угу. А где там на трассе ваш пилот бьется за победу? Наверняка не было такого волнующего дня с последней операцией по освобождению системы, наверное. Так, ну гальцы нас обгоняют. Педаль в газ. До следующего этапа. Угу. Бездорожье. Мне кажется, он сейчас развалится. Длинный отрезок трассы, идеальный асфальт. Текущая скорость. 257 км в час.
Что-то хп машины я не вижу. Предполагаемая прочность машины 12%. Панели пропал, действуй, 0. Неожиданный взрыв потряс стадион. Мы кинулись к монитору и обнаружили, что машина вашего пилота взорвалась, а сами пустили лишь воронку. Со всей очевидностью вы осознали, что это провал. Надо было более внимательно выбирать комплектующие. Да. Да. Трек из Pizza Tower. Сколько можно его? Сейчас внимательно будем. Так. Стадион отправить, проспавшая клима. А чё расспрашивать? Ладно, всё понял. Чё, может лучше этот? Лучшую машину возьмём? Раз там всё равно так много потом... денег остаётся. Так, что-то необычное. Я хотел особые фары. Тренировочную пленку. Жупи на самом деле, чтобы лечили. Докупил фары, да. Так, доступные запчасти. Двигатель. Давайте, наверное, не самый. Отличный разгон. Болид в отличной форме. Когда я поставил просто вот эту штуку, она в критическом состоянии была. Вот. Из доминаторских материалов поршневого. Это то, что писалось у этого. Машина просто снаряд. Писалось у, скажите мне, у управляющего предыдущего. Так, колеса, диски. Кованые диски доктор Малок. Space Razor, давайте, увеличенного размера. Шины, слитки, Medium Classic. Medium Classic. Так, телетрансмиссии. Что-то там тоже говорилось про это. Если накупить кучу нелегалов, то в конце могут поймать, чтобы не увлекался. Усилители подвески на основе малской арматуры. Неплохо. Клиническую коробку передач. Раз. Диск сцепления Рэмбо. Думаю, хватит. Пары. Где-то еще пары были, да? На смеси диски, что-то необычное. Давай, Конлев. Так. Винитоиды, всадковое масло, бак. Я думаю, что-то одно еще можем из этого купить. Что на винитоид делает? На винитоид делает для ремонта. Давайте. Все. Прекрасно. Тонировку для... Я тонировку уже сделал. Так, закончить с тюнингом. Спросите Горча про странную доску в тюрьму. Одни доска это питборд. На нее показывает пилот время и все такое, когда рации были несовершенны. А сейчас одна талисман на удачу. Ясно? Ясно. Так, идеальный асфальт, средний отрезок трассы. Дави на газ. Так, грунтовая дорога, длинный отрезок трассы. Держись на трассе как можно стабильней. Как можно стабильней держись. Предполагаемая прочность. Так, бездорожье среднее. Притормози. Чуть отстаем от гальцев. А сколько еще осталось трассы? Вот мне интересно просто. Идеальный сват, длинный отрезок трассы. Панели пропал, действуй. Рыча и фырка, изрядно потрепанный балет кочерницы, несется к финишной черте. Вы сосредоточенно следили за происходящим, когда Егорыч ткнул вас локтем в бок. Ну так, в общем, вы поняли? Что? Вы не совсем разумели, что пытается объяснить ваш механик. Но по его резко побледневшему лицу поняли, что ничего хорошего. Так и оказалось. Связь со второй машиной потеряна. Парень поедет без контакта с нами, считай слепой. Что делать? Мира, ты залазишь или нет? Пришла тут. Так, Мы начали уже соображать. Надо найти способ связаться с гонщиком, иначе его показатели будут не фонтан. Добиться в истерике и никуда не бежать. Неплохо. Кабинку комментаторов. На радио Егорыча. Вышел выговор без робота, хотя было видно, что ему очень обидно. Так, либо питбор схватить. Как для показателя. Кабинку комментаторов можно, а? Мира, ну, залазь.
Залазь, залазь. Давай залазь. Сука. Ай, бедный Егорыч. Вы сорвались с места и побежали в комментаторскую... Ты мне свет сейчас уронишь? Побежали в комментаторскую кабинку. На вас с интересом смотрели попадавшиеся на пути работники стадиона. Главы команд редко ведут себя подобным образом во время гонки. Вам было все равно, что они подумают. Ваша команда была на грани катастрофы. Неоднократно прокляв неработающий гиперлифт и длину лестниц, вы добрались до самой верхней точки стадиона. Распахнув дверь ударом ноги, вы ворвались в кабинку. Пораженный комментатор ошарашенно смотрит на вас. Что делать? Лезь. Давай. Да, просто мне нужно держать кнопку, чтобы она на нее не наступила. Когда она лезет по столу. Ну что ты на меня смотришь? Так, отобрать микрофон у комментаторов и дать указания пилоту. После непродолжительной борьбы вы одолели тщедушных комментаторов и Ян и завладели микрофоном. Вас голос подобно грому разносился над стадионом, и вы преспокойно дали пилоту все нужные рекомендации по прохождению трассы. Правда, подлым комментаторам удалось вызвать охрану, и вам пришлось через какое-то время ретироваться во избежание ненужных последствий. Итоги этапа. Очередница подробности рассказала вам, что им пришлось пережить на трассе, а Егорыч показал отчет о времени прохождения дистанции всеми командами. Откровенно говоря, ваши нервы уже были подобны натянутым канатам, когда вы неожиданно обнаружили, что нигде не видно вашего третьего пилота. Вы кликнули Егорыча, но тот лишь недоуменно пожал плечами. И лицо кочерницы вдруг исказилось, как при сильной боли. Я так и знал, он просто сбежал, несчастный трус. Он никогда бы не был нормальным пилотом, а скорость показывала только в нетрасс. Сволочь, ловите его теперь где-нибудь в районе Граалгара. Это уже серьезнее сломанного передатчика, шеф, растерянно произнес Егорыч. Кто поедет-то? Вы серьезно призадумались? Действительно, не снимать же команду соревнований. Ну, Егорыч, вспоминай молодость. Да что ж вы, я лет 20 не ездил на гонках, и у меня сердце пошаливает. Простите, но не получится. На механика было жалко смотреть, его лицо меняло цвет от мертвенно-бледного до ярко-красного. Ну что ж, сам поедем. Очарница и... Сука! Не делай так. Цвет мне роняет. Я теперь засвечен, все из-за тебя. Сбило мне тут все, блядь. Вот так, пойдет. Так, и... справитесь. Там скорость, только успевай реагировать, заявил Светогор. Ну знаешь, любой звездолет помощнее этих коломак будет, а доминатор с вертиксом я что-то вокруг не вижу. Так, ничего страшного, сейчас совсем покажу. Ваш ответ окончательно успокоил немногочисленную команду. Вы отправитесь с механиком в машине, осмотрели приборную панель, проверили давление в шинах. Кочерница спешно давала советы, но вы плохо воспринимали, что он говорит. В висках стучал пульс, а в мозгу вредной мухой билась мысль. Теперь все зависит только от меня. Так, выкатить машину на стартовую линию. Посели за руль гоночного болида, впервые в жизни. Непривычный трехспицевый руль, обтянутый кожей гобзавра, оказался не лучшей заменой штурвал. Да и сиденье показалось вам куда менее удобным. Вы повернули ключ, и машина ответила вам утробным рыком, который заставил что-то внутри вас перевернуться. Панель приборов замигала разноцветными лампочками, слегка удивив вас излишней яркостью. Вы медленно Мира. И что? Не хочет. Так, машин соперников. Так, вы медленно поехали по специальному туннелю, ведущему из боксов к треку. Руки почти не дрожали, и вы чувствовали себя увереннее с каждой минутой. Машины ваших соперников уже выстроились на старте. Поздно затормозили, и нос вашей машины оказался слегка впереди. Пришлось сдавать назад. Вы отметили про себя, что сидящий в соседнем болиде Пеленг посмеивался над вами. Стекла его машины, в отличие от других команд, были абсолютно прозрачными, без всякой тренировки. Стартовать гонщики будут с задержкой, равное отставанию команды от лидера. Поэтому нужно ждать результата второго этапа. Благо, на другом рукаве трека уже финишируют ваши сокомандники. Ждать старта. Вы услышали в наушниках довольный голос Егорыча. Он справился. Проехал на уровне кочерницы. Правда, были какие-то проблемы, но все же. Ваш стартовый номер 2. Передаю информацию о впереди идущих пилотах. Да Мира, блядь!
Хватит. Сука. Надо прикрутить этот свет уже к полу. Или енота прикрутить к полу, я даже не знаю. О, я тебе засвечен буду. Дай пофиг. Так. Мощнейший рывок болида вперед, и вы испытываете перегрузку, сравнимую с то, что бывает на взлете. Щелчком переключаетесь на вторую, потом на третью, стрелка тахометра. Ты стебешь, что ли? Она стебет надо мной. Ребят. Мощнейший рывок болида вперед. Вы испытываете. Так, да-да-да, ага. Поломная скачет по отведенному ей кругу. Пора начинать догонять лидеров. Выжить из машины все возможное. Ваша машина неожиданно бросила в сторону, и вы едва не потеряли сознание. Возможно, сказалось отсутствие опыта или просто техническая неполадка. Кто бы мог подумать, что на вас, что на самом старте вас постигнет некое несчастье. Так или иначе, вы потеряли уйму времени, теперь придется нагонять конкурентов. Прочность машины 100%. Уже все возможное. Вы напряжены до предела, острая реакция... Острая в реакциях машины не дает расслабиться. Спортивная подвеска передает все нервности полотна прямо на вашу рейнджерскую, ну, в общем, туда. Но надо продолжать гонку любой ценой. Выжимаем, 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 выжимаем. А я ото всех прям отстаю. Так, в борьбу с молодским пилотом? Подожди. А мы не можем просто его обогнать, да? Мы в него уперлись. Породнявшись с малосским БМЖ, наглухо тонированные стекла, огромные диски, устрашающие бамперы. Как бы обойти эту гроду металла? За счет скорости и маневренности. Он удалось обхитрить малосского пилота. Ваш болид на высокой скорости нырнул в поворот по очень удачной траектории, и неповоротливая машина вашего противника прилично отстала. Правда, Малак успел зацепить вас бампером, судя по всему, повредил бензобак. Это не может не сказаться на ходе гонки. Но, с другой стороны, это не конец света, топлива все равно должно хватить. Следующая цель – пеленки. Продолжить гонку. Вы напряжены до предела, острая реакция. Ага. Так, активировать проида. Еще нет. Выжимаем, выжимаем. Рот с пеленгом. Сейчас фарами его посветим, раз у него тонировки нет, да? Помигать суперфарами. Вы щелкнули рычажком активации своих фар, и они неожиданно выстрелили направленным пучком слепящего света, после чего потухли, и включаться отказались. Незащищенная тонировка, стекла пеленской машины пропустил свет, и пеленг, судя по всему, временно ослеп. Вы спокойно двинулись дальше. Поведение кино, чтобы не завалили, да? Она там весь холодильник не завалит. Содержимое. Так. Кто у нас там следующий? Фаян? Да, Фаян следующий. Вы напряжены до предела. Так, справиться с Фаяном. Сигли фаянского гонщика. Его машина почти не теряла скорость на поворотах. Пилот действовал предельно точно. Не просто будет поставить свой задний бампер перед ним, но это необходимо сделать. Активировать железный жук и атаковать. Издалека вы открыли небольшой коробочек с металлическими жучками и выпустили их. Маленькие, покрытые машины маслом. Насекомое быстро пробралось в моторный отсек. Машина слегка потяжелела буквально через минуту, и вы поняли, что теперь можете любую стену пробить своим носом. Ну, не своим, конечно, а болиду. Фаяна ожидал сюрприз. Сильнейший удар просто снес его машину с трассы. Правда, ваша тоже слегка пострадала. Через свежую дырку в переднем бампере жупи посыпались на дорогу. Ты доволен собой? Я вот тобой недоволен, Мира. Хозяин, заканчивай там стримить уже. Неси кушать. Так, продолжить гонку. У нас остались гальцы. Не дай это активировать, полечиться. Так. Ага. А что-то не похоже, что прочность не восстановилась. Все, окей. Бороться за лидерство. Мы наконец-то настигли последнего соперника. Гальскую звезду. Так. Залазь. Залазь, давай быстрее. Ой, сука.
Она просто пытается меня выбесить. Гальская звезда автоспорта Бастиана Буэля. Сегодняшний день лучшего пилота Галактики, за исключением, может быть, Микаэля Шульман. Его Си Троян двигался по трассе, подобно метко пущенному снаряду, с потрясающей скоростью без малейших помарок. Вот он, крепкий орешек, которого вам придется расколоть. Опять все двигает. Ранить или обогнать? Пытаться обогнать? Не вышло. Однако не удалось обойти Баэля, его техника гораздо совершеннее ваша, и шансов на успех немного. Не значит, что их нет. Таранить? Никак не удалось подобрать нужный угол для атаки. Галли все время менял траекторию движения, не забывая красиво. Концентрируясь, но обогнать. И как, простите? Жупи оставлять на него? Ну, жупи один раз всего лишь. Рип. Мира, блядь! Пошла. Уйди. Ругаться буду. Так, заново. Отправиться на стадион. Давай, тыкрим. Так. Тимолча, пилоты, машина. Поршни, аллигаторы, бла-бла. Что-нибудь необычное. Что у нас тут? Да никто это ничего не дал. Можно на него не это. Не тратиться, наверное. Пленка, жупи. Особый фар. Посадку масла. Так, трансмиссия. Коробка передач. Запчасти. Двигатели. Терминаторские материалы. Процент ХП подняли. Нужно брать? Разве? Я все равно был на полном ХП еще там. Ладно, возьмем. На всякий случай. Лицензия. Так, что-то еще одно можем купить. Либо одно, либо колеса диски. У нас 120 тысяч, да? Еще 50 тысяч что-то можем взять. Смиссия. А? Пойдет. Я Егорыча даже не орем. Ну чё, сейчас ты залезешь? Боже мой. Как с ней тяжело, чат, вы бы знали. Дать добро на старт. Так, идеальный асфальт, средний отрезок. Отдать свет, сука. Мира, блядь! Сейчас, чат. Один момент. Один момент. Теперь она на меня шипит. Сама она просилась. Так, идеальный асфальт. Так. Дави на газ. Да, дави на газ. Идеальный асфальт. Грунтовая дорога, длинный отрезок. Нежнее. Помолиться, что ли, да. Бездорожье. Так. Дуй по колее. Идеальный асфальт. Панели пропал. Наорать на Егорыча. Обижать каминку телекомментаторов. Отобрать микрофоны. Стример меня пугает сильнее, чем миру. Вали уже отсюда.
Порычать. Так. Мне кажется, наверное, она меня сейчас кинется. Так, заняться не этим, подвести итоги. Сам поеду. Поехали. Идут на борту. Выжить все возможно, все возможно, все возможно, все возможно, все возможно. Малский пилот, мы его обходим за счет маневренности. Не вышло? Вышло. Рандом получается. И чё ты? Так, продолжить гонку. Все возможно, что у нас? Пеленги следующие, да? Бороться, помигать с суперфарами, продолжить. Что у нас? 70% прочности. Нормально. Справиться с фаятнами. Ну, обходить в собственном мастерстве и слове божьем. Можешь попробовать их на таран взять. Клятаки. О, удалось. Все, отлично. На серии с этим. На гальце, жупе. Выжить, выжить. Так, активировать андроид. Всего лишь 15% восстанавливает. Немного, но... Активировать жупе, применить грубую силу. Не очень удачно атаковали, но у вас утяжеленный сверхпрочный болид, словно кусок каменной глыбы, обрушился на машину Баасяна. Вода пришелся на правое заднее крыло и серьезно повредил колесо. Вряд ли те Галис умеют поддерживать приличную скорость. Без труда обогнали последнего противника, устремились к финишной черте. Теперь, когда Лоэб позади, нужно просто аккуратно добраться до финиша. Осталось не так уж и много, вы старались успокоить себя, но удавалось плохо. Сердце норовило выпрыгнуть из груди и финишировать перед вами. От всех сил стараться удержаться в лидерах. Так, хоть бы не взорвалось. Найти ничего с собой, кроме дороги. Финишировать. Изи. Вы слились сиденьем со своей машины. Вы чувствуете каждый ход поршня двигателя. Вам казалось, что вы видите, как перегретые шины оставляют черные следы на асфальте стадиона. Страха и мандража уже не было. Вместо остались только расчеты внимания и столь необходимые для гонщика. Вошли последний вираж так, как будто ваша машина была приклеена к дороге, и на финишной прямой просто выпустили на волю всю мощь того табуна лошадей, что обитает под капоном вашего болида. Когда вы пересекли финишную линию, вы осознали, что сделали это первым, что на капоте именно вашего болида болтается финишная ленточка, такая нелепая и некрасивая, но радующая вас больше, чем сотни убитых доминаторов. Вы буквально выпали из машины, с трудом двигая сведенным внезапной судорогой конечностями. Но ваш верный механик был уже там, на треке, вместе с кочерницей, лучащимся от радости. Съеби отсюда, говорю. Господи. Где я читал? Да, я верю, вы сделали это. Егорыч не мог сдержаться. Вот эта гонка, вот это скоро. Неожиданная речь Клима прервалась. Он начал седать на асфальт, беспомощно вращая глазами и широко открывая рот. Тревожный кочерница бросился к механику. Сердечный приступ. Если его прямо сейчас не заставить в больницу, он умрет. В глазах Святогора вы прочитали смертный приговор Егорыча. А на стадионе нет врачей? Спросили вы. Нет, их всех выгнали месяц назад за ненадобностью. И все воздушные пути сейчас забиты флеерами. Пробки жуткие из-за соревнований. Единственный вариант, прыгаем в мою машину и везем его в госпиталь. Со мной? Да. Святогор бросил Клима. Вы едва не подумали тело Клима. И побежал в сторону боксов. Вы едва успевали за ним, конечности плохо слушались вас, казалось, при напряжении гонки. Наконец вы достигли знакомого помещения. Кочерница распахнул дверь в гараж для персонала. Там обнаружилась ярко-синяя машина марки Lamborghini. Святогор через мгновение оказался на заднем сиденье, держа Егорыча, чтобы тот не падал, чем очень сильно удивил вас. Видя ваше недоумение, он объяснил. Вы это, быстрее, чем я, короче. Я же видел на треке. Ведете вы, ладно? Вам ничего не оставалось, как согласиться. Сели за руль и уже привычным движением повернули ключ. После аккуратненько выехали из гаража на улицу. Ехать в больницу. Егорыч прощает еще 35 минут.
Вы утопили педаль, и машина ответила вам уверенным, но недостаточно резким разгоном. Вам показалось, что она как-то искусственно заторможена в реакциях. Но времени нет, надо как-то как можно быстрее добраться до госпиталя. Вы с радостью отметили, что дорога почти свободна, в отличие от воздушных путей. Небо над вами было черным от сотен флайеров, кружащих около стадиона. А вот то, что вы слишком поздно заметили переходящую дорогу старушку, совсем нехорошо. Несчастная бабуся явно не успеет уйти с вашего пути. Что делать? Лес резко влево, затем вправо. Это самый быстрый маневр в вашей жизни. Вполне достаточный по резкости для того, чтобы напугать любого пирата. Ламборджини вылетела на встречную полосу, и вы с ужасом осознали, что прямо на вас движется машина, через лобовое стекло, которое вы могли наблюдать маску ужаса в пеленском исполнении. Однако еще один быстрый маневр вывел вас из опасной зоны, хотя и заставил потратить время на возвращение своего автомобиля на прежнюю траекторию. Проще говоря, вы весьма долго боролись за нос. С полдороги больницы вы еще раз допустили ошибку, не поделили дорогу с каким-то огромным джипом. Водитель этого монстра тоже куда-то торопился, не стал уступать дорогу на перекрестке, представив вам на обозрение профиль своей машинки. Так что на этот раз столкновение не избежать. Вы услышали, как и Чернис начал молиться на заднем сиденье. Нужно что-то придумать. Куда стрить джип корму? Удар пришелся в самую легкую, заднюю часть джипа, так что ваш ламба просто свернула заднюю ось титана дороги, заставив того юлой крутиться в злополучной перекрестке. Дальше перед вами открылось прямое шоссе, которое упирается в здание госпиталя. Мы просто продолжили ехать на максимальной скорости, когда заметили небольшой зазор в приборной панели. В машинах такого класса этого быть не может. Вы поддели пальцем один из краев этой щели, и кусок обшивки отвалился, предъявив вам какое-то странное устройство. Судя по всему, это и есть причина заторможенной машины. Вы обратили внимание на провода, опутывающие это устройство, и крикнули к кочернице, чтобы он перелез на переднее сиденье и занялся этим. Тагор быстро разобрался, что к чему, сказал, что провода необходимо перерезать в определенном порядке. Но в каком? Белый, синий, красный, зеленый, черный провода. Первый был зеленый. Последний черный. То, что я помню. Зеленый, синий, белый, красный, черный, да. Зеленый. Пока не посинеешь на тренировках, не побледнеешь там, да. Потом не станешь красным. Синий, белый, красный. Ждать результат. Последний провод перерезан, ты ничего не да, да. Меньше через 20 добрались до цели. Вот оно, огромное здание главной больницы этого города. С множеством окон и широченными дверями. Нужно срочно доставить Клима к врачу. Въехать в здание больницы на машине. Голос этого города донес до вас как сквозь толщу воды. Поздно, шеф. Он умер. Вы ударили по тормозам, машина клюнула носом. И вы больно ударились в лобовое стекло, после чего вышли из машины. И не оглядываясь, двинулись в сторону космопорта. Вы, рейнджер Лис Морг, победитель гонок, желанный гость на планете Селиван. Так почему же вам так тоскливо, черт побери? Стример Руина. Да? Что поделать? Не туда ткнул. А кого орать теперь? Перепроходить. Сейф скам? Нет. Не наш метод. Егорыча жалко. Да? Что поделать? Все, успокоилась. Слава богу. Так, тройной орион еще дали. Как выглядит? Раздвигающийся трехслойный диск с отпечатками пальцем выдающихся личности этого столетия. На последнем слое красуются свежие отпечатки пальцев владельца. Это высокая честь, быть внесенным в такую награду, выпадая только гуманоидам, отличившимся перед человечеством. Спецзадание. Так, вот и заселение планеты Пуниса. У нас есть все, и хороший корабль,
и много колонистов, и готовый город на поверхности. Еще много чего, но нет хорошего руководителя проекта. Пятый руководитель покинул планету во время нашествия диких варварских племен. Шестой как-то кое-как восстановил город, но потом подал отставку. Мы уже пытались построить колонии при нынешнем руководстве, но только зря потратили деньги, выпущенные на проект. Я, собственно, к делу. Мы знаем, что вы Лис Морг. Они меня знают. Мы знаем, что вы, Лис Морг, большой любитель незаселенных планет, а также страстный поклонник колонизации. Можете получить много кредитов, бла-бла, если простроите процветающий городок с 50 тысячами жителей. Классный квест. Да, что-то такое помню. Потруднее. 40 тысяч, прекрасно. Куда их тратить? Кстати, можно бы этот наш. Скажите мне, корпус так-то улучшить. Да. Так, куда нам нужно? Аркабе Пунисе. Аркабе. Вот она. Угу. Чишидир. А там есть у вас, может, этот? Нет. Научная база нет. Мы еще один квестик делаем. И закругляться уже надо. 8 часов. Смена 8 часов прошла. Надо енот кормить сутки. Это что у нас происходит? С кем воюем? Так, Аркаба. Дроиды еще забрать простаивают, да? Ну, как раз после квеста. Тогда до квеста закругляйся. Сейчас долгий квест. На нем на час залепнешь минимум, ну вот, сейчас и будет. Что поделать? Из тех текстов, где менеджмент и очень много текста. Ваш звездолет аккуратно приземлился на небольшом плато, возвышающемся над пышной зеленью лесных крон у его подножия. Легкие порывы ветра поднимали пыль с каменистой земли, резво бегали под солнцем Аркаба, трехногие зверушки, и не было видно никаких признаков цивилизации этого до самого горизонта. Это глубины материка, джунгли. Вы быстро поразмысли, снова вышли на орбиту, немного подождали и заметили на ночной стороне тусклую сеть городских огней, направили свой корабль обратно через редкие перистые облака. Ваш звездолет хорошо вел себя в верхних слоях атмосферы, и посадка вышла на редкость удачно, на широкую полибетонную пластину посреди небольшого города, расположенного на каменистом плато. Вышли с корабля, вдыхая свежий воздух. Ночью в тропиках было достаточно влажно и тепло. Надев свою любимую рейнджерскую куртку, вы явились на встречу с местным правительством, которого, как такового, здесь почти и не было. На площади вас встретили какие-то люди и провели в приземистое двухэтажное здание, ратушу, как называли ее местные жители. А там вы, наконец, смогли поговорить с правителем. 7 часов стрим еще живой, даже не запинаешься. Ну, я бы с этим поспорил. Я, в принципе, удивлен, что я живой сегодня. Так. Слезма. И что теперь, опять ко мне полезешь? Вот с енотом только проблема. Я фиг сейчас загоню на стриме. Да-да, Лис Морг. Сказал бодрого вида Фаяни. Я рад, что вы прибыли вовремя. А позвольте представиться, я Амиолис. Временный управляющий от небольшой человеческой колонии. Завтра вам предстоит зачитать речь перед вашим народом и принять себя обязанности правителя планеты Пуниссу. А сейчас пока выспитесь и отдохните как следует. Да, кстати, ничего, если я вас буду на ты называть. Сам когда-то рейнджером был, только неудобно с коллегой выкать. Вы с радостью согласились. А Фаянин показал вам ваш апартамент, после чего удалился. Комнаты оказались оформлены в современном стиле. Всюду пластик, электроника, компьютеры и разлучные спутники интерьера. Впрочем, вам не было дела до обстановки помещения. Главное, вы наконец отдохнете. Так, выскать, а? На очередной приятной минуте сна вас без церемонии разбудил автоматический симулятор нейронной системы. В этот момент в комнату вошел Амиолис. Работает как часы, похвалил он свое изобретение. Лис Морг, все документы готовы. Ты сможешь взять на себя контроль над планетой, но сначала нужно представить тебя человеческому народу. Сам выходить не буду, а то поселенец закидает меня дикими пауками
перелами. Улыбнулся Мольц. Главное, не бойся. Люди хорошо относятся к рейнджерам. Идем, ты им понравишься. А, и снова налоги отменишь, добавил Фаянин. Поделись потеплее, направились к выходу. Фаянин сунул вам в руку прозрачный гол... Неважно. А, Фейн сунул вам в руку прозрачный галатекст речи, пожалуй, удачи. Вы заметно волнуясь, направились на площадь. Хорошо, выхожу. Вы вышли на широкую площадь возле ратуши, которая вместе со всем городом располагалась на обширном плато. Первые поселенцы планеты Силиван построили свой первый город именно здесь. Райское местечко, если считать бесплодной почвой окружающих со всех сторон джунглей. Народ пребывал в состоянии энтузиазма перед вашим приходом. Взревел от радости, когда вы появились. Какой героической показалась им сцена, когда вы, стоя на фоне вашего великолепного корабля, как казалось, ночью вы посадили его прямо на площадь, и отмахиваясь от летевших глазами мелкой пыли и песка, читали речь. Однако доверие жителей к вам не увеличилось. Все как было, так и осталось. Вы не удобивали почему. Спустя десяток-другой минут чтения вы обратились к людям с вопросом, что они хотели бы изменить. Ответ слышали самые разные. Тот кричал: понести налоги для 10 кредитов человека или ниже. Кто-то следит, чтобы воды, пищи и желательной энергии было постоянное количество, иначе бунт вам обеспечен. Кто сказал: защищайте нас от варварских племен. Еще целый ряд самых разных ответов. Судя по всему, населению... вы понравились, но верить вам или нет, она еще не решила. Вы пообещали все исправить и устало развернулись в направлении ратуши. Скажите что-нибудь вашему народу на прощание, крикнул кто-то, и толпа подхватила его призыв. Рейнджеры будут править галактикой. Долой тиранию рейнджеров, закричал один человек, и вскоре его возглас потонул в реве голосов. И закрыть глаза, то можно представить перед собой толпу разъяренных палок, подумали вы, возвращаясь в кабинет. Судя по всему, отношение к вам упало на 10%. Реббоза. Так, давайте по-быстрому, что нужно. 5000 человек достигнуть населения. Построить все цивилизованные здания, космопорт, центр, торговый центр, магазин оборудования и, конечно же, здание правительства. Не обязательно, но желательно. Требует, чтобы вблизи вашей колонии не осталось никаких варварских поселений аборигенов. Сейчас в районе города 3 таких поселения. Если вы, ты обратишь их в руины, заплачу 5000 сверх. Все условия. Заняться делом. Так, расходы-доходы. Понятно. Энергии, ресурсы и прочее. Надо, наверное, еще пониже камеру сделать, да? Камера. Так. Ой. Передумать, продолжить выполнение задания. Подожди. Так, нужно расслабить дроп налоги, взамен на спаме дроидов, ваншотнуть все вражеские поселения. Ты вот взял, заспойлерился. Взял, все заспойлерил. Что за человек? А? Так, гражданские функции. Уровень налогов. Дропаем... до 10. Так, информация, военные функции, производство дроидов, включите производство. Это Малакша, простите, Барбарак. Чем могу служить, сэр? Так, дроиды, а где дроиды? Один. 5000. А как, кстати? Все, то их только... А, там нужно, наверное, строить эти. Военные здания. Дроидный завод построить, получается. А сколько у нас? 300 тысяч, да? Ну, дроидный завод построили. Один за день можем строить, да? Смотрите, интересные сны. Приснилось, что вы прилетели на густонаселенную планету. Сотни фабричных труб выбрасывают вредные отходы в атмосферу, сливают в реки. В галактическом справочнике такой тип планеты описан как грязные города. Тем не менее, вы идете вглубь мегаполиса, встречаете Кацапа. Кто он, думаете вы? Кацап провел вас в секретный бункер и предложил выпить. Выпив, вы чувствуете, что засыпаете. Вы открыли глаза. Кацапа уже нет. Как вы увидели через окно, гигантский пиратский крейсер вырывается из-под центра города, сжигая своими двигателями все, куда устремляется ввысь, вы куда-то проваливаетесь, и сон прерывается. Я бы ставил стены.
Так, что у нас? Безработица большая, довольность населения 5%. Сейчас даже бунт будет, да? Что еще можно построить? Гражданские здания. Торговый центр. Плюс 20% на работу населения. Вот это мне нужно, а то сейчас мы пойдем. Ясные сны. Как ты доволен на второй день так жестко дропнул? Не знаю, я 10% поставил налоги сейчас. Так, а у вас есть снова. Вы шли по темному лесу со своей бумагой о завершении постройки колонии. На небе ярко блестели звезды. Вам показалось, что за вами следят. Вдруг вам подскочило маленькое животное и проглотило ценную бумагу. Вы решили поймать его, но были атакованы сотни таких же животных. Вам удалось убежать, но вы были депортированы с планеты. Талани не простили вам этой выходки, затем он превратился в грозного Малака. Захотал сказал, что Малакам для заселения не нужны никакие специальные машины и постройки. Они могут спать на земле, питаться насекомыми и животными, перетаскивать тяжелые глыбы за километры. Вы похвалили Малака, и он исчез, а вас окружили гальцы, один из них сказал. Как ты можешь помогать этим варварам? Заселение планет не должно сопровождаться нарушением гармонии природы и жизни. Мы не дадим тебе больше заданий. Гальцы удалились в лес, и вы подумали, что там опасный животный. Отдаленный шум разбудил вас. Так, а что нам с... У меня расходы больше, чем доходы. Начнем с этого. Помощь запрашивается, да. Ресурсы, деньги. А, репутации мне не хватает, да? Ха. Нет. А, можем... Я думаю, заводы поставить, ресурсы. Ресурс это хорошо. Че берем? Вода, вода, пища поставить. Вода и пища. Конец связи. Статическая информация. Так. Энергия потребляется по. Ха. А заводы нужно? Это техники, да. Так, строительство. Производственное здание. Завод техники. Требуется 1%. Могу только один завод построить? А почему? А, потому что на него производство нужно. Кто-то мне подсказывает. Нет техники. Найс. Я теперь не могу построить завод техники. И все, а, то есть, рип? Получается рип? Да. Менеджмент, очень много всего. Останови производство дроидов. А, ну я уже заново начну. Процветание. Заняться делом. Так, сразу спросим два завода. Да. Пища техника, да? Или энергия техника? А, энергия не это, не производится. Ладно, конец связи. Так, военные функции. Дроидов. Строим. Оставить в покое. Посмотреть что-нибудь другое. Наверное, стоит поставить на самом деле заводы. Обе техники там нельзя. Было. Вроде бы. Неважно. Строительство. Производственное. Завод техники. 7 заводов построить. Давайте 5 заводов техники. Вернуться к работе. Так, что мы еще можем? Статистика. Опа. Мирно спали в своей кровати, как вдруг ваш сон торгли что-то из неба. Был рассвет. Звезды почти погасли на светлеющем небе. Сквозь рваные облака проглядывало солнце Аркабы. Но что-то было не так. На улице были сирены, и было объявлено военное положение. Вы побежали, сломя голову, за разъяснениями главному по военным вопросам Малку Баргграбу.
Сэр, город осаждают 3000 варваров. Примите меры, а то спекемся. Активировать дронов? Обязательно поставлю именно поэтому, чтобы ваншотать варваров. Мира. Так, отстояли. Но дронов потеряли много, да. Давайте стену попробуем построить. Военные здания. Криобетонная стена. Бум. А, налоги, кстати, завышенные все еще. Вернуться к работе. Гражданские функции. Уровень налогов. 10 кредитов. Вернуться. Так, статистика. Еда и вода уходят больше, чем приходят. И энергия. Еда, вода, энергия нужна. Так, варваров мы можем убить? Я не думаю, что сможем на самом деле. Пищевой завод. Построили. 5. Смотри, интересные сны. Энергия сейчас закончится. Надо опять строить. Так, строительство. Энергетическое здание. Плазменная станция. Плюс 500 мощности, этого мало. А, ну их несколько можно построить, да? Я бы 1005 дроидов подкопил, да. Строительство. Энергоздание. Почему эти не можем? Кредитов не хватает, простите. А, не хватает энергии, да? Ну, как-то так. Вернуться к работе. Так, статистика. Плюс выходим везде, кроме воды. Техники. Хватает, да? Давайте... Энергия нужна. Очень. Вернуться к работе. Так. Запрос планеты. Ресурсы. 50 тысяч любого ресурса плюс повторный заброс. О, а это хорошо. На самом деле, это много ресурсов. Просто энергию взять. Или технику. Брось ресурс. Давайте технику. И энергию. Конец связи. Строительство. Так, гражданские здания. Производственное. Водоочистное сооружение... 7 штук. Это мало. Сейчас она в плюс будет идти. Так, вам приснился один из самых неприятных снов, которые когда-либо видели. Спасаясь на своем верном корабле от доминаторов, вы прыгнули в систему невидимого черного солнца. У инфракрасной звезды было 3 планеты. Первая по своим параметрам похожа на Землю, но покрыта вечным мраком, а 2 других — газовые гиганты. Совершили посадку на первую из планет и выходите с корабля. Вокруг, насколько хватает света прожекторов, тянется сухая каменистая почва. Вдруг вы замечаете неподалеку еще один островок света, человеческий торговый корабль. Даже странно, что вы не приметили его, когда садились. Вход него открыт, и рядом свободно растут жутковатые черные растения. А почему-то эта картина производит на вас угнетающее впечатление. Вы входите в корабль, но там никого нет, ни экипажа, ни пассажиров. Это неприятно, подозрительно и страшно. В капитанской рубке вы обнаруживаете темное пятно, которое коробится... несколькими слоями, как будто здесь высохло что-то пролитое. Вы уходите наружу, освещая территорию в радиусе 3 метров, направляясь обратно к своему кораблю ждать помощи, так как топлива у вас не осталось. Но на полпути ваш фонарик вдруг отключается. Вы остались в темноте. Батарея разряжена, проинформировал вас голос. О нет, протянули вы. Неожиданно вы услышали странные звуки, напоминающие скрежет и характерный шум, словно что-то летело над землей. Стали прислушиваться и... вдруг увидели где-то в стороне бледные огоньки. Вам стало страшно, и вы побежали на корабль. Огоньки были уже в метре от вас. В темноте вы различали контуры большой плоской медузы с густой бахромой внизу. Чудовище протянуло к вам щупальца, по которому искрились вспышки. Ощутив резкую боль в глазах и боль в нервах с тела, вы упали, потеряли сознание. Сон неожиданно прерывается. Так, что у нас есть? Безработица 8%. Население. Свободно. 25 домов. Нам население нужно было 50 тысяч и построить все здания, да, сколько помню. Варвары опять нападают у нас. У нас дронов не хватит никогда.
Надо еще один завод строить дроновский. Победа. Потому что они один к одному сжирают. Без двух, как минимум, заводов. Дроидный завод. Включать все... Упс. Упс. Главное, порадоваться, да? Вот, активировать... так. Выстроить защиту города, да? Правильно. Можем активировать зарядную сторону, крепить бетон на стене. Включить. Да, сэр. Ваши войска разбиты. Украли, убили, утащили еду, воду. Замечательно. И репутация пострадала. Довольство населения 0%. А все, дроидов 0, да. Гражданские здания. Торговый центр. Смотрите, интересные сны. Опять? Мне каждый день будут приходить? У меня дроидов нет. Защита города. Стены активировать. Еще больше утащили. Окей. Военные функции. Дроиды вообще производство там есть, да? Ну что, пришла. Ну, еще один завод дронов только. Что я вижу. Можно сделать. Сон прерывается. Жители бунтовались. Найс. Только мирным. Да. Малак провел вас в специальную комнату, откуда вы начали излагать через микрофон жителям страны свои планы. Вы объяснили, что вскоре все будет в порядке, и, кажется, убедили их. Доверие к вам поднялось на 15%, но не могло не радовать. Спустя часть 11 монстрация разошлась. Так. Строительство. Нам нужен центр. Гражданские здания. Сон. Видели? Видимо, все, рип. Я отсюда уже не выберусь, да? Защита города, плазминети, активировать. Пф, утащили еще людей. Довольность населения 0. Гражданский, знаешь, еще один торговый центр. Там мне нужно, чтобы 2 дня на меня не нападали. И все. Так, я могу... Что я могу? У нас техника уходит. Запрос. Ресурсы. Техники, пожалуйста. И еще техники. Конец связи. Это рестарт? Думаешь? Ну, сейчас еще попробуем. Строительство. Особые постройки. А чего не хватает? Еды, воды много. Да, наверное, рестарт. Так, что делать-то тогда? Выхожу. 0,5%. Заняться делом. Так, в первую очередь. Военные функции. Дроиды. Включить производство. Стену построить сразу. Запросить ресурсы. Да. Техника и энергия. Теперь строить военные здания. Генератор поля, кибербетонная стена. Окей. Напасть на поселение, на этих с первым может, а? Есть ли смысл мне с моими дроидами сейчас сразу идти воевать? Пока не надо. Довольство населения 8%. Надо бы, наверное, построить... А может, из особых зданий что-нибудь могу? Торговый центр могу построить. Да, звучит неплохо. Магазин оборудования, поддержка безработных. Ага, лучше всего сейчас торговый центр.
А, налоги убавить, точно. 0%, бляха. Объясню им мирно, да? Объяснили, хорошо. Так, а налоги? Гражданские функции. Кроме налогов. Мира с... Поносно. Так, вернемся к работе. Нет пищи. Упс. Упси. Ставку, ресурс. Нет, не-не-не. Запрос планеты. Ресурсы. Пища, вода, и сейчас построим эти. Строительство. Производственные здания, да? Так, пищевой завод. Ой, завод техники, нет, придумал. Пищевой завод 5 штук. Можешь ресурс дважды заходить. А, да, могу, правда. Ну, с к работе. И отношения еще 47 месяцев. Да, а что мне нужно, по сути? Еще энергия, техника про запас, да? Заводы построю сейчас. Безработица. Чтобы у нас еда, вода в мира, бля! Надоело. Так, водоочистное сооружение, 5 штук. Посмотреть статистику. Информация. Это все у нас идет в плюс. Техника и энергия в плюс не идет, да? От мира, да, нужен генератор, правда. Строительство. Давайте, чтобы у нас тоже в плюс шло. Орбитальная электростанция. Да? Да. Так, про темноту. Что-то на нас вообще не нападают, хочу сказать. И теперь строительство техники. Да, производственные здания, завод техники. 10 заводов. Блин, сколько он стоит? А, 1000, нет, там много, давайте 5. Вернуться к работе. Пока мега везет, что не... Можешь самому напасть? У меня 6000 дронов. Военные функции. Напасть на вражеские поселения. Ну, 5000 дронов, может. Подожди. Они дели на тебя перейти будут. Да, так их 20 тысяч. Наверное, нет. Наверное, еще дронов поставить. Так, строительство, наверное, дронов, да, военные знания. А щит? Генератор поля. Минус 50% атакующих варваров? Вот это звучит хорошо. Это звучит очень хорошо. Давайте. Смотри, интересные сны. И сейчас мы берем технику и ресурсы опять. Давай запрос. На одних ресурсах этой планеты вывозим государство. Так, строительство завода... Я не то взял, да? Я не то взял, похоже. Производство издания техники. 5 заводов. Интересные сны. Так, вернуться к работе. Все еще не нападают. Угу. Безработица. Да, не то взял. Ну, бывает. Пищу взял, да? И с ним. Строительство. Что мы можем построить? Особые постройки. Ничего не могу, потому что не хватает, да? Техники не хватает. А было технику, наверное, на все строить. Завода. Давай. Особо не лезь пока. Вернусь к работе. Так, удовольствие есть. Может быть, раз довольства много, построим это. Скажите мне. Предел миграции на планет. Да, 25, чтобы больше людей летело. Маленькую цешку поставь. Охуеть! А знаете что? Мне наушники перегрызть. Чат, понимаете? Да, вот. Я не представляю. Если бы я жил не один, я представляю, что вот...
Так бы меня от стримов и отвлекали. А чем мне заводить девушку? У меня для этого енот есть. Ай, бесить меня. Так. Так, население счастливо. Замечательно. Вернуться к работе. Техники все еще мало, я считаю. Строительство. Производственные здания. Техники. Сколько еще можно? Еще 3 строя. Плюс вообще не хочет выходить. Так, выстроить защиту города. Генератор поля. Активирует дроид. Так, стена не нужна. Стена и этот, она не стакается, как я понимаю. Победили. Дронов они нам, конечно, пожевали. Так, давайте техники возьмем 2 раза, да? Ресурсы. Техника. Техника. Прекрасно. Теперь можно, наверное, особую построить. Стакается? Ну ладно. Не можем. Почему? Воды не хватает. Воды, энергии. А почему ничего не могу построить из этого? Подожди. Кредитов нет. Нет, тут что-то не хватает вот на это. Это дроидов, да. Дроидный завод. Смотреть интересные сны. Вот к работе. А что с деньгами, простите? Примите меры. Посмотреть уровень налогов. 20. Завышенные налоги. Так, уже лучше. Безработица, осаждают варвары, защита города. Генератора не могу включить. Окей. Разбили дикарей, прекрасно. Еще один дроид на завод и, наверное, построить стоит. Военное здание. Да. Один раз включается, потом работает постоянно. А, понятно. И к работе. Так, опять воюют, да? Ну, дроидов больше. Так, защита города. Плазменные разряды. Победа. Так мы должны, в принципе, хоть каждый день набивать, потому что у нас плюс 700. У нас тратится по 1500 дронов, да, за одну атаку. Безработица 22%. Надо что с этим делать. Особое здание могу, а не безработицу. Вот, информационный центр. Минус 25% безработицы. Прекрасно, сюда. Интересные сны, вернусь к работе. Дома еще скоро строить надо. А нет, не скоро. Так, опять, да? Защита города, стены. Все дроиды погибли. Третий завод. Поддержки пока нет, да? Не хватает на ресурсы. Третий, четвертый, да. Тот самый третий, который четвертый. Что мы можем сделать? Довольство 55%, 4 завода должно хватить. Угу, так. Теперь. Что мы теперь можем делать? Воды мало. Статистика. Техника в минус у нас идет, да? Давай те заводы техники построим. Производство здания, заводы техники. Один. Давайте центр просто построим. Смотреть сны. Кончится энергия смерти. Запрос планеты. Ресурсы. Энергию давайте. Конец связи. Так, строительство. Орбитальная электростанция. Опять осада. У нас сколько? 3000 дроидов. Выстроить защиту. Техника заканчивается. Как-то все грустно. Строительство. Производство. Техника. 3 завода. Защита города, плазменные заряды, нагрев бетон на стене, игры дроидов. Как жить-то? Как жить-то здесь? Я не понимаю. Сколько варваров ставить? У меня дроидов нет. Так, на военные функции.
Напасть на поселение. Их еще 17 тысяч. Их еще 17 тысяч. Было 19. Найс. Так, а заказать ресурсы можно в торговом центре, да? А что так дорого? А что так дорого? Статистика. Пу, техника все еще в минус идет из-за дроидов. Я не могу, из-за дронов, я не могу ее даже... Чего с этим не могу сделать? Торговый центр. Носит к работе. Мира. Так. Защита города. Победа. Но дурона все. Так, что мы можем делать? Гражданские функции. Уровень миграции. Приходите еще. Гражданские функции. Выслушать недовольных. Чрезмерно высокие налоги. Какая жалость. Какая жалость, что их сейчас поставлю еще больше. А зачем мне деньги вообще? Подожди, нет, обратно. Уровень налогов. Мне не деньги нужны, мне ресурс нужен. Нужно заказать технику. Как? Я ничего не могу сделать. Там проблема. Подстанция. Мне только выключать дронов на один этот, да, чтобы техника пришла в норму. А, военные функции. Дроиды. Выключить производство. Мне просто нужно выключить, чтобы... Я мог построить еще больше... Скажите мне, производство техники. А сейчас мы что делаем? Давайте гражданское, еще один центр торговый. Да. Сюда. Строительство, производственные здания, техника, три завода, давай. Вот к работе. Нападают. Защита города. Победили, но без дроидов. Теперь мы можем запросить техники. 100 тысяч. Воды и еды мало. Вода. Так. Мира, что ты там делаешь? Что, простите? А, у меня там орехи были. Что они тут делают? Ты, конечно, что-то... У меня в этой, в толстовке в кармане были орехи. Ну, что он там жрет? Довольно высоко, можно грабить население пару дней. Можно. Так, гражданские функции. Налоги. Грабим. Во-первых... Во-вторых, построить техники. Производственное здание, завод техники. Могу 10, прекрасно. Смотреть сны интерес. То, чего нам не хватает. Статистика. Наконец-то оно идет в плюс, да? Плюс 17, да, техника. Плюс 3. Дроидов нет. Теперь военные функции. Производство дроидов включить. Посмотреть что-нибудь другое. А еще построить заводы. Еды, воды. Да. Десяточку давайте сразу. Вернусь к работе. Что-то города. Плазменные заряды. Победили. Опять без дронов остались. Строительство. Производство. Теперь еда. Да. Пища. 10. Прекрасно. Грабим людей, конечно, да. Так, статистика. Техники на самом деле бы еще. На самом деле бы еще техники. Очень нужно. Можем 10 заводов техники сделать? Можем. Можем, значит делаем. Защита города. Включить. Победа. Даже дроиды остались. Чуть-чуть.
Так, довольство, ага, безработица, пока все нормально. Так, Twitch. Twitch тупит. Расходы, доходы. Еще техники завод построить. Чтобы наверняка. Производственные здания. Техника. 5 заводов. Пойдет. Ага. Довольство падает. Пора бы налоги вернуть на 20, да? Еще заводы дроидов накинуть. Я думаю, что взять. Пищу. Ресурсы. Пища, техника. Статистика. Еще заводы еды и воды поставить, да. И после этого уже начинать что-то интересное делать. Десятку пищевых, десятку с водой. Угу. Все. Так, теперь. Нужно еще завод дроидов, конечно. Пятый. Военное здание. Дроидный завод. Интересные сны. В смысле? Комиссия прибыла на планету вовремя, впрочем, долго задерживаться не стала, не найдя даже космодрома, где можно было приземлиться. Как жаль, что такая В смысле диск? А где время показывается? Как жить? Ладно, чат. Семичасовая смена закончилась. Я слишком плавлен, чтобы такие умные квесты играть. 3 ночи, да. 4 ночи, хочу заметить. Так, давайте посмотрим. Если завтра будет состояние, подключу станцию. Поиграем. И на сегодня все. Удачи. Поплава пошла, да. Есть такое. Пойду енота кормить, пока она меня тут не съела. Да? Так.